зачем ты меня позвала? Что я натворил? А ты как будто бы не знаешь, что ты натворил. Мам, не томи, я нервничаю. Всю ночь с Китти выясняли свои отношения. Что это были за крики, мяу, гав из коридора? Мне уже надоело то, что вы не можете жить дружно. Да там, мам, ситуация такая была. Мы с Китти кушали. Я хотел доесть корминку из его миски и сказал, что он толстый, поэтому доем я. А он сказал, что это... Я тоже толстый. В общем, мы начали спорить, кто толще. А потом на другие качества перешли. И вышло, что кто из нас круче. Понятно, я не понимаю только одного. Зачем вы постоянно спорите, кто из вас круче? У Китти свои хорошие качества, у тебя свои. Зачем постоянно спорить? А я и не знаю, это он начал. Честное слово, мам. Правда, не ругайся, не закрывай меня в комнате. Мы будем хорошо дружить. Я ничего не буду делать. Знаешь, Билли, что-то я тебе сегодня не очень верю, поэтому дверь я в комнату все-таки закрою. Закроет она. Двери надо нормально закрывать, а то не прижала нормально. А она и работает плохо. Вот Билечка и вышел. Ну что, пойду вниз. О, и кто так громко тут ходит? Не дает поспать нормальным котам. Я вообще не выспался. Я могу теперь играть и бегать по всему дому. Получается, никто мне ничего не может запретить. И кажется, я могу громко гавкать. Интересно, куда подевался толстый? Наверное, гуляет. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Опачки, опачки, мой мячичек любименький. Уи! Опа! Пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам. Толстого нет дома, опа-па. О-оу! Ох, вот ты где, толстый кот. Давай, вставай. Зачем мне вставать и опять выяснять с тобой отношения? Ведь и так понятно, я мудрее, красивее, умнее. А с чего это ты, толстый кот, решил, что ты умнее, красивее и все такое, что ты там сказал, а? Знаешь, Билли, есть вещи, которые абсолютно не требуют доказательств. Но если ты хочешь проверить, я тебе докажу. Что же ты сделаешь, толстый кот? Догонишь меня, поцарапаешь? Что ты можешь сделать? Скучно, скучно. Даже Кевин у меня и то быстрее бегает, чем ты. Ну ты и напросился, Билли Бой. Убегай. Ой, я, кажется, уже под хвостиком нафунькал. Очень страшно. Давай, ты небось и бегать-то не умеешь, толстяк. Ну, держись, пес. Сейчас ты огребешь от самого опасного в мире кота. Ну что ты убежал, мелкий пес? Боишься? Да ладно, не буду я тебя трогать. Ведь ты потом сразу к своей мамочке побежишь плакаться, что тебя обидели. Слышь? Вообще-то не так вот. Я никогда не жалуюсь ни на что. Но только если там кто-то такое чуть-чуть побаливает. Конечно, не жалуешься ты. Ты вообще уже как девушка. Я как девочка? Сам ты девочка еще та. Посмотрела на себя. Я вот живу зато с котами, мне никогда не грустно. А ты чего? А я вообще-то живу как царь. Вот я вообще живу один в доме, и все внимание хозяев уделено всегда мне. В моей миске круглосуточно находится очень много корма. А если я захочу еще, Лера подойдет и сразу же насыпет мне побольше. Значит, я могу кушать столько, сколько я захочу, а не по часам, как тебя кормят, Билли Бой.
Как тебе это? Слышь, дядя Кита, ты чё, совсем уже обезумел? Вообще-то вот моя миска стоит, посмотри внимательно. И она, кстати, тоже полная. Вообще-то это не в счёт, потому что сейчас ты живёшь с бабушкой. Ну ладно, допустим, 1-0 в твою пользу. Дальше в чём сразимся? Только я покушаю пока, а то все толстые коты так аппетитно едят всегда, что мне тоже захотелось. А еще ты как ненормальный постоянно отходишь от миски. А я отхожу от миски только тогда, когда я поел. Вообще-то я тоже могу есть сразу около миски. Это я просто оглядываю, чтобы ты сзади на меня не напал. Непонятно что ли, пухляк? А у меня язык длинный, и я им могу помыть свою морду. А если захочу, то и все тело, и лапы функциональные. А тебя вообще все время Лера моет. Это вообще не считается за помывку. Настоящий зверь должен сам умываться. Смотри, как делаю я. А мне, может быть, нравится в душе мыться. Мы с мамой, когда приходим, я сразу заскакиваю. Водичка такая тепленькая, и, кстати говоря, вычищает всю грязь. А если языком лижешься, то все это получается в рот, а потом эти комки шерсти с тебя выходят. Это как-то не гигиенично даже. А после воды я зато чувствую такую живительную влагу. Я могу бегать, крутиться, чувствую себя очень легко и навеселе. Если бы я лапами мылся или языком, я такое не почувствовал. А эти следы на диване, наверное, мечта Леры. А мне зато бабушка, когда что-то готовит, обязательно дает морковку или яблочко. Я довольно убегаю кушать. А вот разве тебе что-то перепадает такое? Скажи-ка мне на милость, Китти. Я вот еще иногда ее зарываю и потом очень-очень долго ищу в одеяле. Получается, что мне тоже всегда дают ту еду, которую я захочу, и столько, сколько я захочу, а тебе нет. Ха-ха, а мне вообще мельчат и кладут в мисочку, они кидают на пол, как тебе. Китон. Иди, давай. Ешь. Да, дядя Китон, здесь, конечно, с тобой не поспоришь. Тут тебе повезло. Мне всякое такое не дают. А когда я хочу гулять, Лера тут же подбегает и открывает мне дверь на улицу. И я гуляю, как настоящий зверь, без всяких шлейф и одежды. И ухожу, когда захочу, и возвращаюсь тогда, когда захочу. Правда, гуляю только около дома. Наверное, в этом тебе повезло больше. Ну да, я на шлейке хожу, она еще и регулируется. Получается, не могу от хозяина отойти так далеко, как хочу. С бабушкой, конечно, попроще в этом вопросе. Но я бы тоже хотел гулять, когда захочу и где захочу. А получается, что привязан к поводку и к человеку, с которым гуляю. Виля, Китя, привет! Привет, мой хороший! Подожди, Билли, а почему ты не в комнате? Я же тебя там оставляла. Понятно. Ладно. А где Китя тогда? Вы здесь не ссорились? Мама, мы с Китти все-таки поссорились. Как поссорились? Ты же обещал мне, Биля. Ты же мне обещал, что вы не будете ссориться с Китти. Почему так произошло? Мама, да мы просто опять спорить начали, кто из нас лучше, умнее, все дела. Ну и что вы выяснили? Кто из вас лучше, умнее и все дела? Неужели ты не понимаешь, что каждый счастлив по-своему? Вот только представь, если бы у тебя не было этих 4 котов, с которыми ты живешь. А Китя с самого детства привык жить так, что он один в доме. Но я имею в виду один из животных. Я надеюсь, ты понимаешь, что со старшими спорить нельзя. Потому что Китти больше лет, чем тебе.
У него больше опыта. И самое главное ваше отличие – это то, что он кот, а ты пес. У вас не может быть все одинаково, Билли. Иди сейчас же извинись перед Китти за то, что ты с ним спорил. Потому что ты младше, и ты должен извиниться. Вы оба очень хорошие, умные и самые-самые лучшие. Так что иди и извиняйся перед дядей Китти. Договорились? Бегу, мам. Дядя Кит, ты это, прости, пожалуйста, я младше, я был неправ, давай с тобой дружить. Конечно, Бирка, ведь я давно тебе хотел предложить. Мы бы могли снимать вместе челленджи и разные видео. Ну и отлично, тогда помирились, все. И больше не ссоримся, оба будем умнее, да, да. Алло, Зая, привет. Ну что, сработало? Ну вот, я же говорил, что это отличная идея, не закрывать двери и дать им поговорить самим. Ну ладно, я очень рад, что Китти с Билли наконец-то помирились.